Ребята, сегодня мы пришли к миссии ОБСЕ не для того, чтобы ее в чем-то обвинять. Мы пришли к миссии ОБСЕ для того, чтобы напомнить, что есть Иван Георгиевич Бургуджи, с которым просто расправились. Это судебная расправа, он ни в чем не виноват. Поэтому, пожалуйста, ребята, давайте выскажем нашу точку зрения, что мы, приднестровцы, думаем об этом. На самом деле, Иван Бургуджи должен быть свободен. Он справедливый человек, он боролся за справедливость и в Гагаузии, в Молдове, и в Приднестровье. Нет судебному произволу! 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 Мы продолжаем борьбу. Мы продолжаем борьбу с полицейским государством, которое расположилось на противоположном берегу Днестра. С государством, которое хватает своих граждан, которое способно убивать, уничтожать, подавлять любых инакомыслящих, подавлять права национальных меньшинств, подавлять права политиков, не согласных с той ситуацией, которая складывается сегодня в Молдове. Все это делается, к огромному для нас сожалению, под прикрытием деятельности международных миссий, различных послов и прочих. Прорыв действует не только в Приднестровье. Прорыв слышен и виден далеко за пределами нашей республики. Поэтому каждое наше действие, каждый наш шаг является еще одним шагом к освобождению Молдовы от тоталитарной диктатуры, к освобождению от фашистской идеологии, моноэтнической идеологии, которая насаждается последние годы всеми президентами этой страны. ОБСЕ, помоги! ОБСЕ, помоги! ОБСЕ, помоги! Свободу Бургуджи! Свободу Бургуджи! Свободу Бургуджи! Свободу Бургуджи! Свободу Бургуджи! Прорыв! 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 Нет судебному произволу! Нет судебному произволу! Нет судебному произволу! Там какой-то квартир такой стрёмный. Прорыв! 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 Прорыв!